Единый диспетчерский центр на базе скорой помощи заработает в Тверской области в начале 2020 года. Об этом стало известно в пятницу в ходе заседания в региональном правительстве. В состав единого диспетчерского центра будут включены диспетчеры по приему вызовов и по направлению бригад, врачи, пост медицинской эвакуации, а также врачебно-консультативный пост. В декабре планируется завершение ремонта в здании, где расположится центр, после чего в начале следующего года система начнет свою работу. Все принимаемые решения позволят обеспечить грамотную диспетчеризацию звонков, маршрутизацию скорой, сократить время прибытия бригад по вызовам. Губернатор отметил, что в регионе должен быть выстроен четкий алгоритм оказания скорой медицинской помощи. Требуется высокая подготовка сотрудников единого диспетчерского центра. Мы хотим создать полный, так сказать, такой цикл на территории одного государственного здания, где у нас, так сказать, работали бы все необходимые службы. Особенно мы сейчас, как и говорим, будет внимание уделено развитию информатизации скорой медицинской помощи.